Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот цветок василек. Вот эти вот шарики можно сделать разного цвета. Получится вот такой вот рисунок. Можно сделать полностью красным. Тогда получится гвоздика. И можно сделать небольшой букетик гвоздик. Для изготовления такого цветочка нам потребуется 2 160-х шарика и 1 260-й. Ну что ж, давайте начнем. Итак, растянем шарики, надуваем 160-й. На 70 сантиметров. Надуваем 260-й на 50. Привяжем его к первому шарику и делаем пузыри на 3,5 сантиметра, вот. Но не больше, иначе нам не хватит шарика. 2 здесь и 1 здесь. Теперь оборачиваем 160-й вокруг вкрутки и продолжаем делать такие же лепесточки. Таких лепесточков нужно сделать 12 штук. Вот это нам мешает, мы отодвинем вот так вот в сторону. Так, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 6, 6. Все, 12. Соединяем кольцо. И делаем пузырьки поменьше на 3 сантиметра. Вот. Отсчитываем здесь 2 пузыря и перематываем. Так вот, вокруг. И продолжаем делать то же самое по кругу. Вот мы сделали круг. Остатки спускаем. Берем синий 160-й. Тоже где-то на 70 сантиметров. Делаем пузырь
на 6 сантиметров. Маленький пузырек. Еще один на 6. Еще. Снова пузырек. И снова на 6. Соединяем кольцо. Вот мы сделали 2 луча. И таких лучей надо сделать 6 штук. Третий. Вот. 6. Теперь. Скручиваем пополам и располагаем эти лучи по 3 штуки. 3 с одной стороны, 3 с другой, чтобы получилась вот такая вот фигура. Теперь вот эти вот пузыречки располагаем вот в этих квадратах. Просто их ставим туда, на место. Так, сначала 3 нижних, а теперь 3 верхних. Утапливаем чуть-чуть, чтобы они не выскакивали. Так. Снизу. Берем стебелек, приматываем и ставим в вазочку. Вот такой получился цветочек, василечек. Спасибо всем за внимание и до свидания.